чтобы не свалить оттуда, то, что огромное количество людей там, да, то есть только аудитория, и много контактов, которых так или иначе не, они не то, что мне нужны, я обращаюсь к этим контактам, нет, эти контакты находят меня там, им там удобно. И без Фейсбука, возможно, им было бы труднее, они бы там меня не нашли и так далее. Я этим дорожу. И поэтому я вот использую его как входную трубу, не выходную, а входную, ну, вот, для себя. Ну, ну вот надеюсь, что вот, состоится. Даже вот эта ценность, о которой ты говоришь, и по которой я тоже в Фейсбуке присутствую, ну, у меня в Фейсбуке две причины быть. Есть люди, которые, кроме